На часах 13.06, и да, это действительно программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии Владимир Костин, заместитель председателя Законодательного собрания Кировской области, вице-спикер, руководитель фракции ЛДПР в нашем региональном парламенте. Здравствуйте. Добрый день. Владимир, сразу же хочу спросить, вот накануне наш город посетил Максим Сурайкин, лидер коммунистов России, зарегистрированный кандидат в президенты. Была Эльвира Слабунова, руководитель партии «Яблоко», не кандидат. Закономерный вопрос. Осчастливит ли наш Владимир Вольфович? Очень ждем. Я надеюсь, что да. Пока точно график не сверстан. Вернее, он сверстан, но Кирова там нет. И я надеюсь, что изменения будут внесены, они вносятся постоянно, и Владимир Вольфович Киров приедет, но пока с уверенностью об этом сказать нельзя. Пока в графике Кирова нет. Хорошо, все, ответ получим. Я напоминаю, что вы, наши слушатели, можете задавать гости особого мнения свои вопросы на сайте kirova.ru. Размещена специальная форма, я слежу. Пока вопросов нет, но вполне возможно, что по ходу нашего с Владимиром разговора вопросы будут поступать. Итак, сегодня, кстати, в нашем городе находится секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев. Он презентует проект под названием «Что не так?», ну, по большому счету, это сбор замечаний, жалоб, предложений от населения, и как вот анонсировали СМИ, и мы тоже анонсировали сегодня на перекрестке Карла Маркса и Спасской, по-моему, работает пункт, куда жители города могут подходить и оставлять свои замечания. Вот закономерный рождается вопрос, ведь не только общественная палата проводит такие акции по сбору мнений, предложений, жалоб и так далее. Этим занимаются политические партии, Общероссийский народный фронт, всевозможные общественные организации и так далее и тому подобное. Вот все что-то собирают. А по большому счету, ну, на мой взгляд, да, таких каких-то критических, ну, вернее, острых прорывов в нашей жизни не случается. Такое ощущение, что все как раз-таки сводится к тому, чтобы поговорить с народом, узнать его чаяния, его проблемы, ну, и как-то выпустить пар. Что дальше происходит, непонятно. И на этом ограничиться. Да. Вы согласны? На самом деле, вот, перефразируя, что не так, можно сказать. Все не так. А что так? У нас что-то есть, что вот прям вот работает так, как нам бы хотелось. Если посмотреть на это как на федеральный проект, да, безусловно, может быть, есть по всей стране какие-то направления, которые подобным проектом можно изменить. Ну, я бы, допустим, отвечая на вопрос, что не так, первое, что вспомнил, это не так с обеспечением лекарствами населения Кировской области, льготников, в частности. Последнее время очень много езжу по районам. Первое, с чего начинаются все встречи, это как раз отсутствие льготных лекарств. Вот совет, да, что не так, лекарства, исправляйте. Что-то поменяется сейчас? Если общественная палата сможет как-то повлиять на эту ситуацию, здорово. Владимир, я вам предлагаю тогда сразу после эфира сходить и оставить свои комментарии, свои пожелания, рассказать, что не так. Изменится ли? Большой вопрос. Здесь слишком серьезные необходимы перемены, слишком серьезные шаги для того, чтобы вот этот глобальный вопрос решить. Если под проектом «Что не так?» подразумевается решение каких-то мелких проблем, не так яма во дворе. Снег не убран. И снег не убран. Сосулька свисает. Например. Тогда, наверное, проект может существовать. И более того, во многих городах, где активные мэрии, существуют приемные, как правило, электронные, онлайн, где человек может написать, что не так, действительно, что не так, там нет дорожного знака, где там пешеходный переход обозначается. И он появляется там в течение недели. В подобном виде проект, наверное, может существовать. В глобальном, наверное, нет. Ну, посмотрим. Удачи этому проекту. Да. Я лишь высказал свое отношение к подобного рода проектам. Ну, при всем при этом, сам как депутат езжу по районам, в том числе получаю обращения от граждан. Да? И вот когда ситуация касается обеспечения льготными лекарствами, льготников лекарствами, четко понимаю, что без позиции нашего регионального Минздрава, без позиции федерального Минздрава ситуацию не изменить. Иначе придется это все решать в ручном режиме. А в ручном режиме ни один чиновник работать эффективно не может. И вот когда у Дмитрия Александровича Курнемова пресс-конференция была по льготным лекарствам, и он практически все конкретные вопросы выводил в плоскость работы точечно, я понимаю, что это вряд ли получит какой-то эффект, потому что обращений вот этих самых точек при работе точечно будет слишком много.
Но наш региональный Минздрав не подтверждает. Не подтверждает. Что льготникам лекарств не достается. А льготники в районах подтверждают. И здесь я склонен верить все-таки льготникам. И как вы работаете над этим? Как отрабатываете эти сигналы? По поводу ручного режима. Mm-hmm. Было сказано, что работает горячая линия. Во-первых, предлагаем льготникам на эту горячую линию позвонить и попробовать, действительно ли она работает. Ну, мягко говоря, противоречивые сигналы поступают о том, как она работает. Да? В части ручного режима то же самое. Раз курирующий зам обозначил, что готов лично заниматься каждым вопросом, направляем в министерство. Безусловно, сами собираем обращения для того, чтобы их переправить курирующему заместителю и министру. Посмотрим, как будет вопрос решаться. Здесь ведь, еще раз говорю, Владимир, нужно решать вопрос не точечно, не в ручном режиме, а глобально. Если у нас денег в ФОМСе не хватает, нужно для начала признать. Если деньги ФОМСа расходовались не на то, и это нужно признать, провести работу над ошибками и сделать так, чтобы их хватало. Нужно по-честному оценивать потребность в этих самых лекарствах льготно. Из этого будет складываться дальнейший успех обеспечения льготников лекарствами. Если мы этого не сделаем, то в следующем году у нас лекарств будет не хватать. И еще, может быть, через год. Не дай бог, конечно. А что еще не так, если продолжать этот разговор? Я не имею в виду какие-то частные вещи, там не очень заметно, а системные ошибки. Из системного очень во многих районах, ну, я, с вашего позволения, сейчас пока по районам, а потом к Кирову вернусь. В очень многих районах сейчас сложности с дровами. Этих проблем раньше не было. Ну, во-первых, в чем проблема? Люди не могут выписать, купить дрова. Во-первых, достоять в очереди, чтобы им эти дрова, полагающиеся 15 кубов, которые там ежегодно для лиц, у кого печное отопление, угу, должны предоставляться, не могут в очереди достоять. Это тоже какие-то льготные категории? Не льготные, нет. Если вы обычным людям в наше время еще полагаются дрова. За деньги, но тем не менее, да. И если, опять же, эти дрова есть, вам их привезут, вы можете их купить. Просто к какому-то лесопильщику, лесозаготовителю, ну, попросить у него частному лесу, который, да, дров, да. Так вот, сейчас эти дрова подорожали сильно, и особенно пенсионеры жалуются на то, что у них возможности приобретать за такие деньги дрова нет. Раньше едва ли не бесплатно предоставлялась обрезь древесная, mm-hmm, в качестве материала, которым можно топить печь, ну, в частности, там сосновые отходы переработки древесины, и многие за счет этого топили печи. Сейчас этой возможности нет. С чем связано? Ну вот, не знаю, как-то связано ли это с ужесточением подходов к лесопереработчикам. Может быть и нет, как об этом говорит министр. А может быть и да. Ну то есть спорный момент, не знаю. Вот честно скажу, пока каких-то вот видимых причин не нашли. Да, конечно же, там береза подорожала в закупе. Китайские производители фанеры очень хотят нашу березу, хотят ее задорого, готовы платить. Ну, валюту наши, платят, да. Наши фанерные, да, комбинаты, безусловно, хотят ее в качестве сырья. Поэтому береза на дрова не достается потребителю, да, не достается людям, которые печь топят. Я представляю порядок цен на пиломатериалы. Да? Я недавно приобретал, да? Я удивился, что это так дорого-то. Даже половая доска стоит. А потом мне умные люди подсказали, так нами интересуются очень за границей, соответственно, внутренние цены тоже. На самом деле, когда обсуждался этот вопрос на комитетах заксобрания, Салину, министру лесного хозяйства, было предложено подумать насчет того, чтобы, может быть, как-то квотировать тогда объемы, для резервировать объемы для того, чтобы предоставлять жителям для растопки своих печей. Конечно, важно тут и злоупотребление не допустить, когда человек, получая березу на исток печи, вдруг ее продает. Но там, на самом деле, объемы небольшие для того, чтобы вдруг массово это все продавать. Ну и Кирову подобрались. Что не так? В Кирову подобрались, ну, конечно же, не так у нас все еще в ЖКХ. Не так. Не так. Все хромает. Все не так. Да, все не так. И здесь очень хочется каких-то действий. Понятно, что проблема застарелая, проблема, которую, может быть, по щелчку пальцев не решить. Тем не менее, какой-то вектор хочется, что ли, получить от администрации. Как бороться с произволом управляющих компаний? Как их заставить работать на
тех людей, которые им деньги платят. Вот не так. Да. Грустно что-то стало. Да, давайте... ну, на самом деле это жизненно. Если грустить по этому поводу, ну, в принципе, наверное, там можно было массово там, искать пути миграции. Жители Кировской области оптимисты, повздыхают на встречах, поохают. И... миграционные процессы тоже, в общем-то, они идут. Конечно, грустно, но тем не менее, не безнадежно. Да. Небольшая пауза у нас сейчас будет. Владимир Костин, вице-спикер Заксобрания нашего региона, руководитель фракции ЛДПР. Вернемся через полминуты. Продолжаем наше общение. Ваш коллега, Владимир, депутат Ольга Сыкчина, заявила о том, что вот в связи с этой трагедией, да, с падением Ан-148 в Подмосковье, самолет много раз был и у нас, совершил рейсы по маршруту Киров-Москва. Так вот, депутат заявил о том, что Министерство транспорта теперь обязано проверить Победилова. Что именно проверять? Что имелось в виду? Эти слова прозвучали на пленарном заседании, да, 15 февраля. Условия эксплуатации. Понятно, что к аэропорту здесь вопросов меньше, чем к авиакомпании. Тем не менее, наверняка при обслуживании этих самолетов персонал аэропорта мог и наверняка там, и знает наверняка какие-то проблемы, которые у авиакомпании существуют. Да, конечно, когда у нас сложности и так с авиасообщением, что-то, может быть, замалчивалось, но здесь на кону-то жизни людей, поэтому нельзя умалчивать, нельзя экономить. Элементарно нужно получить обратную связь от персонала. Вот этот самолет, который от нас улетал, он в достаточной степени был безопасным или нет. От нашего аэропорта, я думаю, больше ничего мы получить не сможем, да и, наверное, нам никто там ничего больше дать-то и не сможет. Мой коллега, который пользовался авиатранспортом из Кирова в Москву, вот сегодня ехал на поезде. Это к вопросу о том, доверяют ли люди авиакомпаниям, которые у нас летают. Доверять. То есть он принял это решение воспользоваться поездом, как раз таки напрямую связанного, да, с этой катастрофой. Да, да, да. Страх, да. Страх просто, ну, просто свою жизнь. Опасение, что это может повториться. Угу. Так просто самолеты не падают. Поэтому, да, конечно же, нужно уделить внимание. И согласен, что здесь в меньшей степени аэропорт должен нести ответственность. В большей степени авиакомпания. Угу. Тем не менее, все участники процесса перевозки пассажиров должны быть вовлечены в процесс контроля безопасности перевозок. Ну, как известно, наша область продолжила сотрудничество с саратовскими авиалиниями. Аны, собственно, убраны. Насколько я знаю, вернулись они. Вернулись уже? Саратовские авиалинии их используют, как я читал на каком-то новостнике. Всего их там 5. С усиленным экипажем. С усиленным экипажем. Да, я не знаю, как может... Парашюты раздали? Не знаю, как может повлиять усиленный экипаж на процесс попадения самолета. Усиленный экипаж. Вот, видимо, как-то авиакомпания считает, что может. Угу. Задали вопрос, успели министру транспорта Кировской области Михаилу Поршневу по поводу того, а чем лучше эти Яки-42 и Эмбрайер? На пленарном заседании я не видел министра транспорта, и раз уж инициатором была депутат Сыкчина, надо у нее будет поинтересоваться, успела ли она задать этот вопрос. Ну, вот, как известно, в Орске отказались от сотрудничества, да, с саратовскими авиалиниями. Все, принято такое волевое решение. Нечто подобное может быть у нас. Вот об этом и речь, да? Владимир. То есть, наверняка сотрудники аэропорта знают о проблемах, которые потенциально могут быть в саратовских авиалиниях. И там, проводя некую проверку, да, там, тут ведь... речь не идет о том, что зайдет какая-то экспертная группа в аэропорт, начнет там самолеты инспектировать, да и, собственно, полномочий нет. Кто такие там, к примеру, депутаты областного заксобрания, чтобы проводить какие-то проверки. А вот пообщаться, узнать мнение сотрудников аэропорта, конечно же, можно и нужно. Более того, наверняка министерство должно озаботиться тем, чтобы принять решение летать на этих самолетах или не летать. Сотрудничать с авиакомпанией или нет? Мне тут невольно вспомнился случай. Много-много лет назад, путешествуя на поезде на юг, при остановке в Нижнем Новгороде, когда путейцы обходили вагоны, ну, все спали, естественно, но я не спал почему-то. Я слышал, как путеец обходил эту женщину, была и простукивала там какие-то вещи, и потом очень громко-громко закричала: «Тут вот это!» Дальше нецензурное слово прозвучало: «Отваливается!» Ну, вы представляете, с каким настроением я остаток? То есть, от ощущения, что что-то там под тобой может отвалиться. Вот. Ну, да, я согласен с вами, что сотрудники аэропорта, они вполне
себе могут осознавать, что что-то не так. Конечно, да, в конце концов, да, осознание судов. Того, что знал и не сказал, косвенно налагает ответственность за тех, кого уже сейчас не вернут. Еще один законопроект, который также Ольга Сыпчина, да, вносила, это о ускоренном переходе на спецсчет. Речь идет о капремонте. Ну, как известно, есть общий котел, есть спецсчет. Могут, вот у нас раз в год можно, да, если не ошибаюсь, переходить. Ну, не чаще раз в год. Нет, там законопроект. Там немножечко поясните, не так. О чем идет речь? Речь о том, принят что... уже законопроект? В первом чтении. В первом чтении, надеюсь, и во втором чтении в ближайшее время депутаты этот закон поддержат. Речь о том, что если дома, принявшие решение перейти со счета регионального оператора на собственный спецсчет, оформили все как надо, у них еще и потребуется целый год для перехода на свой специальный счет. То есть процедура будет отсрочена. Мы же говорим о том, что нужно дать возможность переходить на спецсчет значительно раньше. Депутат Сыпчина говорил о том, что нужно учитывать 2 месяца. Есть позиция, внесенная поправкой депутатом Титовым, что нужно это делать в течение полугода, то есть через полгода переходить на спецсчет. И на самом деле по полугоду я бы даже согласился. Потому что 2 месяца мы готовы услышать фонд капитального ремонта. Может быть, слишком радикальная мера. Вот насчет полугода, я думаю, нужно принимать в том виде закон и учитывать, что 2 раза в год фонд должен, во-первых, пересматривать программу. Потому что как раз вот тот самый переход годовой позволяет фонду делать это раз в год, формировать некий план реализации программы и выполнять его. Но ничего не мешает сделать это 2 раза в год. Фонду тем более мы знаем, что есть большие средства, которые фонд не может израсходовать. И как раз возможность проводить переоценку плана, его корректировать в течение года, позволит деньги эффективнее расходовать фонду. С нашей позиции, собственно, депутат Сыпчина это... То есть я делаю вывод, чтобы настаивать на том, чтобы люди активнее открывали спецсчет. Да вообще, честно говоря, это концепция, которую правительство определило. Президент, в частности, говорит о том, что поручил правительству, чтобы в регионах со счета регионального оператора на спецсчета домов количество домов, перешедших, стремилось к 50%. То есть каждый второй дом должен перейти на спецсчет. Я понимаю цель, которую преследует правительство. У нас процент намного ниже. Да, на самом деле, когда сейчас правительство пытается привить гражданам чувство собственности, да, оно как раз и подкрепляет это и капремонтом, и там, возможностью выбирать управляющие компании, либо способ управления там, прямой. Да. Дома, вернее, люди, да, как жители домов, не пользуются этой возможностью как раз ввиду того, что кто-то не понимает, что он уже собственник, кто-то не готов, нет времени этим заниматься. У нас нет. Кто-то может боиться ответственности, потому что если ты становишься полноценным хозяином, ты не несешь и полную ответственность. Возможно, за свои действия. Да, но при всем при этом позиция государства, если ты собственник, ты за свою собственность отвечаешь. Вот понимание собственности применительно, допустим, к автомобилям у всех сложилось, потому что даже в советские времена автомобиль был в собственности, да, и, соответственно, каждый человек за ним ухаживал, каждый человек его ремонтировал. А вот, допустим, со своим жильем почему-то у нас вот это вот не срабатывает, и люди привыкли, что, несмотря на то, что жилье в собственности, кто-то за него должен отвечать. На самом деле, виной тому вот такой неплавный совсем переход с формы управления государством на форму управления собственником, люди просто оказались не готовыми. И мы в свое время, кстати, в 2013 году, когда только-только принимался закон о капитальном ремонте, ровно поэтому и выступали против. Да, безусловно, дома нуждаются в капитальном ремонте. Никто не говорит, что давайте мы не будем его делать. Мы говорим лишь о том, что если вы хотите переложить это на плечи собственников, во-первых, сделайте это по закону. Закон велел все-таки переводить дома в соответствие с требованием, то есть дом должен быть приведен в нормативное состояние и только после этого передан на управление собственника. Этого не произошло, во-первых. А во-вторых, жители не подготовили. Если количество недовольных от введения платы за капремонт в декабре, когда закон принимался,
было совершенно минимальным, то когда первые платежки пошли уже в феврале 2014 года, только в декабре... 2013 году. Да. В декабре 2013. Да. Соответственно, только в Слободском районе был митинг, больше 2000 человек пришло протестовать против капитального ремонта. То есть, опять же, жители не особо следят за вот этими изменениями, и пока платежка не пришла, мало кто осознает, что капремонт как-то должен проводиться, его нужно контролировать и так далее. Уж коль плата за капремонт сейчас введена, задача депутатов сделать так, чтобы деньги расходовались максимально эффективно. И вот здесь я тоже не совсем понимаю министерство, когда говорят, что фонд капитального ремонта будет расходовать деньги эффективно, все другие деньги эффективно расходовать не смогут. На самом деле это заблуждение. То есть это упрек в адрес, людей, жителей, в первую очередь. Да. Я понимаю, что есть масса управляющих компаний, которые работают нечестно, которые наживаются на жильцах и без фонда капремонта. А если сейчас вдруг эти деньги дать им в управление, растратят, ремонта не сделают, а дом-то в ремонте все равно нуждаться будет. И, соответственно, эта ответственность пойдет на государство. У государства всегда была эта ответственность. Если сейчас не хватает механизмов для работы с управляющими компаниями, повторюсь, нужно было еще в 2013 году тогда проработать этот механизм, оповестить население, подготовить. Если нужно, ну, к примеру, вот, на мой взгляд, институт управдомов решил бы вот эту проблему. Если, ну, к примеру, в моем доме нашелся человек, который готов распоряжаться имуществом дома от имени жильцов, получил на то полномочия и это делает, то, к примеру, это абсолютно абстрактная, да, ситуация, к примеру, в соседнем доме такого человека не нашлось. Но почему жители этого дома должны бедствовать? Почему у них не должен проводиться ремонт? Или почему он проводится у них некачественно? Давайте поможем жильцам этого дома. К примеру, действительно, у всех просто там гигантская занятость, и они не могут находить время для того, чтобы даже платно содержать свой дом, то есть держать управдома, который бы осуществлял вот эту всю работу. Владимир Костин, вице-спикер ОЗС, сегодня в особом мнении. Сейчас будет у нас реклама небольшая, после нее мы продолжим нашу беседу. Особое мнение Владимира Костина, вице-спикера Законодательного собрания Кировской области, руководителя фракции ЛДПР, продолжается. Хочу еще раз вспомнить рейтинг, от России сегодня по качеству жизни регионов. По итогам 2017 года Кировская область заняла 60-е место из 85, соответственно. В прошлом году, в 16-м, позапрошлом, вернее, уже мы тоже были на 60-м, а вот в 15-м на 56-м, в 14-м на 55-м, в 13-м на 54-м, то есть мы скатываемся. Там 72 фактора, в целом уровень доходов, демографии и так далее и тому подобное. Мы достигли дна или мы и дальше продолжим это снисхождение, на ваш взгляд? Позволю себе сарказм. Очевидно, нет еще 25 мест до дна. Но это уже вторая половина. Да, это еще раз там. Это, конечно же, сарказм. При всем при том, что я не особо сторонник как-то всерьез оценивать вот подобные рейтинги. Такие рейтинги? Да, но очевидно, если так мягко выражаться, в Кировской области есть куда стремиться. И ведь вот там, проводя подобную оценку, и, там, составляя вот этот рейтинг, нужно, конечно же, смотреть на ключевой показатель, на мой взгляд, удовлетворенность населения, в данном случае Кировской области, собственной жизнью. И очевидно, что у нас вот это... Ну, собственно жизнью слишком широкая формулировка. Чем хорошо? Жизнью в Кировской области. Зарплатой удовлетворенность. Зарплатой. Там. Качеством ЖКХ обязательно, медицинским обслуживанием, уровнем образования, развития образования. Помимо там, ЖКХ, у нас ведь есть еще дороги. Угу. Вот, то есть вот все эти факторы складываются в какое-то общее мировосприятие. Комфортно ли вам, Иван Иванович, жить в Кировской области? Иван Иванович должен сказать, мне комфортно. Если у нас, условно говоря, там 78% населения удовлетворены жизнью в нашей Кировской области. Вот это самый главный рейтинг для руководства области, может быть, даже для руководства страны. И, там, ну, конечно, если у нас все вдруг там преодолели
порог в 75%, потому что всегда найдутся люди, которым хочется жить еще лучше. Но если мы вот эту удовлетворенность там за 75% переведем, наверное, тогда можно сказать, что у нас в Кировской области не так-то и плохо жить. Здесь надо сравнивать еще. Вроде бы как мы в одной стране живем с теми же самыми там, москвичами, допустим. Да? И, может быть, даже они еще больше нашего не удовлетворены. Однако, если посмотреть на доплаты к пенсии пенсионерам, если посмотреть на то же самое там, обеспечение лекарственными препаратами, на соотношение стоимости проезда в транспорте и средней заработной платы, например, то мы здесь проигрываем. И если мы в рейтинге вдруг, мало ли, будем стоять выше москвичей по восприятию населения собственной жизни, то, наверное, это будет не совсем справедливо. Да? У нас просто оптимистичные люди, я об этом уже сказал. Оптимистичные люди живут, и они, невзирая на все трудности, верят, что кому-то еще хуже. Ну, неплохой такой стимул, да, там, не грустить. Кому-то еще хуже. Вот надо, конечно же, в первую очередь поработать не над рейтингом, а над тем, что мы с вами обсуждали. У ЖКХ есть проблемы? Есть. Давайте решим. И даже если мы вдруг в рейтинге не поднимемся после этого, то наверняка ощущения самих граждан поменяются. Тут в целом нам не особенно повезло, да, регион может быть не столь богатый. Давайте рачительно использовать то, что у нас есть. Ну, вот если еще поговорить о рейтингах, об исследованиях в целом, меня очень давно этот вопрос беспокоит. Почему одни рейтинги говорят, что у нас все плохо, другие говорят, ну не то чтобы все хорошо, но нормально. Почему такой вот большой диссонанс такая? Между ними. Кому доверять? Складывать и среднее вычислять? В первую очередь, наверное, стоит задуматься, как этот рейтинг проводился. Поэтому я и не склонен особенно-то им доверять. Да? Чтобы сформировать свой рейтинг, давайте прокатимся по районам Кировской области, просто пообщаемся с людьми. Вам живется хорошо? И на самом деле здесь не нужно ждать от людей, что они прям скажут, да мне так замечательно живется, что... Если они дров не могут купить, то это... Да, ключевое. Да. По ключевым проблемам пробежались, посмотрели. Если человек не может себе позволить купить дрова на эту зиму, наверное, у него, как бы он сейчас оптимистично в завтрашний день не смотрел, у него не все благополучно. Если плата за коммунальные услуги составляет даже не 2/3 порой, а там 3/4, 5/6 от пенсии или зарплаты, то тоже у человека не все благополучно. А на самом деле, вот тоже мой вопрос сейчас не затронули, плата за коммунальные услуги просто гигантская в районах, это тоже вопрос, который повсеместно задают. Ввиду того, что у нас, ну, очевидно, неэффективная энергосистема внутри региона, да, и те инвест-проекты, которые вроде бы как были нацелены на понижение стоимости коммунальных услуг, в полной мере пока не заработали. Ввиду инвест-составляющей, еще каких-то причин, жители порой платят какие-то безумные цифры в районах. А как платят? Кредиты берут, что как? У меня есть вот фотография, Владимир, на самом деле пугающая. Поселок Косино Зуевского района. Там стоит абсолютно новый дом, заметенный, то есть нет ни одной тропинки, выбиты все стекла. Дом новый, очевидно новый, но никто туда не заселяется. В других районах, точно так же, в районных центрах. Он для кого-то строился там? Пока не выяснил. Мне очень любопытно, да, почему там он, может, в эксплуатацию не был принят, но стоит с виду добротный дом, никаких трещин по нему нет. В оптимистичный желтый цвет покрашен. А другие районные центры, там тоже есть такая история. Когда ты проходишь вокруг дома, смотришь, там всего одна жилая квартира, а остальные просто там стекла заколочены. Дом вполне себе кирпичный, с виду хороший. Но я прекрасно понимаю, что стоимость коммунальных услуг в нем настолько высока, что люди просто переезжают в захудалый деревянный, чтобы не жить здесь. Им просто нечем платить. Да, вот это, пожалуй, бодрит получше всякого рейтинга, в котором мы 60-е место занимаем. Остается не так много времени. На прошлой неделе мы общались в особом мнении с вашим коллегой по партии принадлежности, да, депутат Гордумы Денис Ерохин, и он заявил в нашем эфире, что все-таки депутаты хотят четко прописать в правилах благоустройства правила озеленения, собственно, да, нашего города, сколько четко вырубать деревьев, сколько высаживать обратно, потому что по данным природоохранной прокуратуры, ну там несоизмеримые просто цифры, у нас огромное количество ликвидируется деревьев, 1500 в прошлом году, а высажено было, ну, несколько сотен, разница в 3-4 раза.
На уровне области нужны такие тоже изменения? Ну, вы можете, конечно, и прокомментировать по городу, да. По городу, безусловно, нужно следить за количеством деревьев, потому что мне бы не хотелось, чтобы дерево в Кирове воспринималось как что-то уникальное. Потому что, если посмотреть на ту же Москву, да, она красивая, каменная, но вот с деревьями... Но там какие деньги тратятся на это? Но там с деревьями там проблемы. Там деревья утепляются на зиму. Ну, да, потому что их очень мало, им негде расти. И мы-то в итоге идем к тому, что ввиду вот этой вот там хаотичной точечной застройки у нас деревьям скоро тоже негде будет расти. И если выбирать между там домом и 10 деревьями, застройщик, а иногда и городская администрация, безусловно, выберет дом. Так вот этого не должно происходить. Мы свои деревья тоже должны защищать. Если оно уже не может расти, если оно старое, может быть, там дерево умирает, конечно, его нужно спилить, выкорчивать пень и посадить на этом месте новое дерево. Кстати, по поводу строить дом. Кстати, по поводу пней там тоже. Да-да-да, я все так хорошо там. На самом деле, да. Далеко не все пни. Да, вернее, большинство пней не выкорчевывается. Да, на самом деле, ну мы-то понимаем, что речь не о выкорчеванных пнях, а отсутствии озеленения как такового, да. Но город, конечно, может превратиться при таких вот, при таком варварском истреблении деревьев в пустыню. Нам просто нечем будет дышать с вами. На самом деле все приезжающие, многие приезжающие в город Киров отмечают, насколько у нас зеленый город. Так зачем вот это впечатление позитивное хотя бы от того, что у нас много деревьев, портить? Что касается области. В районных центрах это, наверное, проблема не так остро, но она где-то там, где-то проблема, в списке, проблема, наверное, в другом. Есть много старых тополей, которые периодически падают, падают на дома, падают на электросети. Но проблема с тем, чтобы эти деревья вовремя спилить и не допустить вот этих падений. В конце концов, на человека же может упасть. Денег нет в поселении. Mm-hmm. Деревьев там, слава богу, хватает, лесной край. Но в районах с этим намного проще. Mm-hmm. То есть на уровне этой области надо как-то регулировать? На уровне области, mm-hmm, скорее... Или пусть каждый муниципалитет сам разбирается? Не на уровне областных муниципалитетов. Мы в целом перейдем сейчас в тему лес, да, вот с лесом у нас действительно не все благополучно. А вот как-то регламентировать вырубку деревьев внутри населенных пунктов в области, кроме Кирова, насколько я знаю, ну, может быть, Чепецка, надо, кстати, поинтересоваться у коллег, этой проблемы не стоит нигде. Ну, по крайней мере, она точно не первостепенная, чем, к примеру, проблема отсутствия льготных лекарств. Да, так или иначе мы упоминаем эту проблему, потому что, ну, это вопрос жизни и смерти, конечно. Самый часто задаваемый, повторюсь, вопрос в районах. Пара минут, тройка минут остается. Не могу не поинтересоваться вашим мнением по поводу здания авиационного техникума на Октябрьском проспекте 97. До сих пор бурное обсуждение этого вопроса. Но я напомню, вкратце, появился в интернете проект. Люди увидели, ужаснулись, хотят здание облицевать, как ее окрестили, туалетной синей плиткой. Это очень возмутило. Там Антон Касанов, историк, рассказывал, что уникальная вот эта фреска, ее хотят ликвидировать и так далее. Министерство образования вроде бы пошло навстречу. 10 вариантов выложила, да, на своем сайте. Мол, голосуйте, что вам больше всего нравится. Но народ сразу сказал, так это же та же самая плитка, только в разных вариациях. И вот буквально накануне еще два варианта там добавлены. О том, что с графитом этот там планируют сохранить. Но тоже непонятно, как там из текста. Все равно будет облицовка, а, видимо, это место будет не облицовано. Вот саму эту историю оцените, как вот, да, народное возмущение вроде как. Тут вроде как реакция министерства, чиновников, да. Вроде молодцы, отреагировали, главное, да, чтобы услышали. Просто, да, что можно отреагировать, сказать: ой-ой-ой, вас правда беспокоит, да, ну, жаль, что вы раньше не сказали. Да, тоже реакция. Здесь-то хочется, чтобы не просто отреагировали, а услышали жители. Антон, как историк, в полной мере, мне кажется, обосновал, почему было бы неплохо сохранить прежний вид. Но это дороже. Это ведь ключевой вопрос, как я предполагаю. Реставрировать то, что сейчас есть, тот авиационный техникум, к которому все привыкли, будет значительно дороже, чем покрыть его вот этой плиткой. Конечно. Быстро, недорого, неэстетично, ну, извините. Между быстро и недорого мы выбираем вот как раз меньший путь сопротивления. А что общественники против, они могли бы быть и не против. И надо отдать должное, что есть кому за облик Кирова бороться. То же самое ведь с деревьями. Ну да, одно-два дерева в вашем там районе проживания, может быть, вы и не заметите, как спилили. Но масштабность ситуации мы в цифрах знаем, да? 1500 спиленных деревьев. И у каждого дома там по паре штук деревьев пропало.
новых не появилось. Ну, там, может быть, сейчас это и не проблема, а через год-два проблемой станет. То же самое здесь. Вот вроде бы как там, авиационный техникум. Мы его привыкли видеть таким, а он будет там облицован плиткой. Наши дети посмотрят к этому, привыкнут, но будут уверены. И совершенно не будут понимать, что мы тут переживали. Будут уверены, что так оно и должно быть. Да? То есть, а красивых зданий-то в Кирове на самом деле не так много и осталось. Ну, другой вопрос, тоже понятен, другой вопрос, абсолютно соглашусь. Да. Нынешнее там, представление о красоте, допустим, мое, ну, там, авиационный техникум, я бы не сказал, что прям красивый. Да? Там, как здание, вот, как, это какой-то памятник. А вот вид на областную больницу, кстати, с улицы Воровского, как там? Ох, я сейчас опять уйду в лекарство. Что же вы делаете? Если в областной больнице есть все необходимые льготные лекарства, я бы пережил точно и прежний вид областной больницы. Вот как-то вот спокойно абсолютно. Конечно, важно, чтобы здание не разваливалось. Да? На любителя вид, нынешний вид областной больницы. На любителя. На любителя. Ну, если у нас все здания будут такими, мы, наверное, будем жить в каком-то скучном городе. И тот же Борис Гребенщиков не будет нас вторым Питером называть. Завершается на этом наша беседа. Владимир Костин, вице-спикер законодательного собрания Кировской области, руководитель фракции ЛДПР. С 23 февраля уж, наверное, можно поздравить, да? Ну, с наступающим праздником, да. Мужчин всех. Мужчин всех. И служащих женщин, да. Отечество. Спасибо, до свидания. Всего доброго.